Всем привет, если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами DriveFire. И спустя сутки, поскольку вчера был ролик Publish Brave Souls, я не мог его не выложить, то сегодня я сделаю обзорчик на грядущий коллаб в игре под названием Higurashi no Naku Koro ni Mei, которая у меня выходила на канале, плейлист будет в подсказках. Три ролика по ней я выпускал. Сама игруля не зашла, довольно скучная. Приятно только картинка и персонажи, которые там есть. Именно их арты. В остальном довольно скучная игра. Я бы не рекомендовал в нее прям засиживать. Но, возможно, на время стоит туда вернуться, потому что у нас грядет коллаб с анимешкой. Одно из лучших аниме, которое создало человечество. Врата Штейна. Я смотрел эту анимку. Правда, только первый сезон. Сезон Zero я не смотрел. Пока что. Может, как-нибудь доберусь до него. И давайте глянем, что же у нас тут будет новенького. Ну, скорее всего, тут покажут арты персонажей новых, которые будут в гаче. Спасибо группе Александрия за то, что опубликовали этот трейлер. Потому что если бы мне... Влад не скинул этот пост отсюда, я бы и не узнал, что существует такая игра. Ой, точнее, что будет коллапс в этой игре. Итак, давайте глянем. Давайте я сделаю на весь экран, чтобы вам было все красиво. А вот и наш. Окаба Ринтаро. Если честно, я не помню всех персонажей по именам, но до этого была Курису Макисе, а это, вот его я не помню. Кто не смотрел аниме, обязательно посмотрите, а кто смотрел, знает, что это за персонаж. А вот у нас и Сатоко в костюме сумасшедшего ученого с отвертками и молотком. А также Рика в костюме... Подай-ка еще... Еще раз посмотрим. Вот она. Рика в костюме Курису Макисы. Ассистентки, Куристина и так далее. А вот это товарищ Сатоши. Видимо, его такие добавляют с отсылкой на... Ну, того персонажа, который был недавно. Сейчас, может, покажет еще раз, потому что я смотрю, здесь у нас Окабе и Сатоко. Они вместе у нас ученые. Вот они, двое, смотрите-ка. И у них даже одинаковая заколочка. То есть, коллаб, в котором персонажи из Цикад переодеваются в... персонажей из Врат Штейна. Вон. Там вдали стоит, я вижу, наверное, Шион, потому что она любит Сатоши Куна. Ну, а вот у нас две ассистентки. Обе длинноволосых. Посмотрим, как они будут вести себя в игре. Вполне возможно, это двойной персонаж. Я давно не играл в ту игру. Уже, наверное, месяца... Какой месяц? Год, наверное, почти уже. Где-то осенью я играл в нее. Вот они. Вот такой коллапчик нас ждет. Пишите в комментариях свое мнение. Я думаю, я скачаю игру заново и попробую выбить новых персонажей. Обновление будет 25 июня, как было написано в... На превьюшке этой записи. Ждем. Ой, я забыл поблагодарить своих спонсоров канала за актив и участие в его жизни. Вот они на экране, их имена. Вы можете стать одним из них, если оформите спонсорскую подписку, перейдя по ссылочке в описании или же нажав на кнопку под роликом. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был DriveFire. Всем удачи. И пока.